Аэропорт Оаху. Это United 508. Запрашиваем взлет на полосе 8L. United 508. Мы разрешаем вам взлетать взлет на полосе 8L. Отлично. Полная тяга. Есть полная тяга. Так, значит, мы сейчас направляемся в Ситак. Да-да-да, мы туда направляемся. Так, поднимаем самолет. Принято. Шасси, убираем шасси. Принято. Переднее шасси убрано. Остальные шасси убраны. Отлично. Набираем высоту. Так. Отлично. Это United 508. Запрашиваем посадку на 16L. Принято. Полные закрылки, тормоза. Выпускаем шасси. Заходим на посадку. Переднее шасси выпущено. Левое шасси выпущено. Что? Ситак, сообщаем. Это 508. У нас нету правого шасси. Что делать? Вы можете либо сейчас зайти на посадку, либо пап. В принципе, больше у вас ничего другого выбора нету. Принято. Подгоните эти машины пожарной. Не. Чтобы, если мы загорелись, то вы могли потушить пожар быстро. Принято, отправляем.
Выпускаем реверсы. Тормози, там самолет. Отлично. Мы не врезались. Самолет. Отлично. Мы затормозили. Сейчас я выйду и осмотрю самолет. В принципе, у нас не очень сильное повреждение. У нас повреждено крыло чуть-чуть. Повреждена кабина. Ну и, конечно, уже правое шасси. Ну, фуф, самолет не загорелся. Ну что ж. Это конец этой серии. Всем пока.